Конечно, Государственный комитет Республики Абхазия по репатриации каждый год организовывает такие памятные мероприятия совместно с Всемирно-Абхазо-Абазинским конгрессом. К сожалению, в прошлом году не получилось. В этом году, как по традиции, мы опять проводим памятные мероприятия, потому что это для нашей республики, для нашего народа, для Кавказа в целом это очень важная дата. И несмотря на то, что мы живем в 21 веке, многие об этом не знают. И Государственный комитет в первую очередь, конечно, это, об этом должен рассказывать и сохранять нашу культуру, традиции, язык. Потому что если мы будем забывать свое прошлое, то у нас не будет будущего. Поэтому данная дата для нас очень важна. Это одна из самых важных дат в нашей истории. Я считаю, что молодежь должна знать эти даты, должна помнить. Мы обязаны помнить свою историю и передавать ее следующим поколениям. Могу сказать, 157 лет назад что-то было, никто не забыли. Родина всегда надо, сердце стоит. Если мы не забудем, всегда Родина с нами и рядом. Если забудем, тогда далеко. День памяти, но так получилось, что он уже день поднятия нашего духа. Мы не сломились, народ жив, народ будет развиваться. И это памятное мероприятие со временем, я уверен, они станут праздничными мероприятиями по поводу возвращения большинства репатриантов на свою родину. Это историческая память нашего народа, история нашего народа, которую мы должны помнить, не забывать, передавать нашим поколениям. Ибо потому что, во-первых, чтобы это больше не произошло. И тем самым сохранив свою культуру, быт, обычаи, традиции, мы не можем по-другому жить. Память, она такая, ее стереть невозможно. Ради мира мы приходим. Все должны в таких мероприятиях принимать участие. Я вот с транской школы Гулрипского района с учениками и учителями. Нас пригласила Гета Арцинба, и мы с удовольствием приняли участие. И наши дети увидели очень много и посмотрели спектакль «Последний из ушедших». И вот принимали сегодня во всем то, что происходило во всех мероприятиях. Много эмоций у детей и у нас. Спасибо огромное. Сегодня состоялся еще один памятный день. Мы участвуем каждый год. Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс старается сделать так, чтобы этот день объединил как можно больше людей. Чтобы вот эта энергетика, она была сильнее и мощнее. Мы пригласили наших представителей, наших местных отделений. Местное отделение Дранды здесь сегодня присутствовало с учениками. Местное отделение Уарчи, местное отделение Кинги, Пицунды. Мы очень благодарны всем тем, кто откликнулся, привезли школьников на это мероприятие. Это очень важно, чтобы дети были здесь, наблюдали эти эмоции старших. Это есть связь поколений, связь времен непрерывная. И мы очень рады тому, что мы имеем отношение к тому, чтобы эта связь была непрерывной и только крепла. Хорошо, джабхи от Саиды, схидлапшалана, где Владислав, Хача и Кашира, Амрашира, Пазапшис. Тихали в саге, и кая закузе. Нужно обладывать это, а баш уязвить.